Здравствуйте, всем привет! Сегодня я пришел на выставку «Романтический реализм советской живописи». Ну что, пойдемте. Пойдем, смотрите, какая очередь большая. Все, я шел на выставку. Пойдемте смотреть картины живописи. Так, эта картина называется «Обороны Петрограда». Так, пойдемте дальше. Картина называется «После боя». Картина называется так. «Ленин Смольный». Так, картина называется «Присяга». Так, пойдемте дальше. Картина называется «Читаем сами длинные названия». Так, дальше пойдем. Так, название «Встреча героического экипажа». Какие же длинные названия, а? Покороче нельзя сделать. Социализм, значит, да, свет на выставке должен быть таким, каким вы видите его сейчас. Значит, мы находимся, я вас умоляю, отойдите, пожалуйста, от полотна Бродского. Как бы вы к нему ни относились, это работа, входящая в Государственный музей не фото. Пожалуйста, сказали это специально. Пожалуйста, идите сейчас вперед, пожалуйста.
Подобный прецедент. Пойдемте дальше, друзья. Нет, я работаю. Я работаю для вас и для всех. Как красиво, слушайте, как красиво. Так, пойдемте дальше. Хожу туда-сюда. Так, дальше. Все на картине. Так, читаем. Рыбоконсервный завод написано. Говорю шепотом. Так, дальше идем. Так, это что? Что здесь написано? Так, дальше мы читаем. Смотрите, название. Так, Комсомолки Светлановки. Так, вот так называется. Так, пойдемте дальше. Так, название. Выпуск чугуна. Так, прикольно. Так. Пойдемте. Название читаем, друзья, сами где-то видно. Написано как? Видите? Нафиг не видите? Шикарная картина. Идемте дальше. Вау, какая большая. Так, название какое? Нефтепромысла. Нефтепромысла называется. Молодежь метро за учебой. А метро? Молодежь метро за учебой. Так, это. Так, герой у нас ударник. Так, я продолжаю. Картина. Много музей, у меня даже каталог. Компонентов никуда не... Все, картина. Отдельные так, вещи. Название. Где потом? На обед к матери. Так, дальше пойдем. Куда пойдем? Алабас. Люди начали подходить. Вот это покажу картину. Очень красивая. В Раздолье называется. Значит, наверху, которая картина в полете. Первый советский дирижабль. Это вторая картина. Вот это. Вау. Красота. Вот дирижабль. Красота просто. Спасибо, дама. Так, это тоже спорт.
Катя, уходи. Так, Катюша, это про то, как менялся стиль. А дальше можем перейти в соседний зал. Как он называется, интересно? Утренняя зарядка, понятно. Так, дальше. Журналисты кого-то снимают. Видите? Он что-то рассказывает. Можно обратить внимание на пионера, допустим, как лицо пионера очень небрежно написано, при том, что центральная фигура, и, кстати, Василий Сварог получил Сталинскую премию за это. Эту картину вы как видите, как рассказывает, как красиво рассказывает. Так, это дальше. Так, дальше. Вау, какая картина, смотрите. Ладно, дойдем сейчас. Так, это кто? Как будто живые. Возвращение жнецов. Жнецов, как правильно читать? Вау, просто красота. Так, первая окучка. Первый раз окучивают. Это дамы, это дамы. Красивейшие дамы. Ну, красивая выставка, конечно, друзья, стоит прийти, посмотреть живую выставку, бесплатно, абсолютно бесплатно, находится, так кажется, наплодающе. Адрес напишу в описании этой выставки. Так, название читаем сами. Письма.
Allez, posons la manette. Ça veut dire que ça s'est fait de faire de tout ça. Друзья, ну что, я посмотрел всю выставку, мне очень выставка понравилась. Советую вам сходить, выставка работает до 22 ноября. Ставьте лайки картинам. Ну что, увидимся в следующем видео. Всем пока-пока.